Ну что, всем привет из солнечного Лос-Анджелеса, у микрофона Энтони, и на заднем плане такси врезалось в здание, но это нормальное явление, и вот оно уже куда-то мчится, фух, пронесло. Сегодня мы посмотрим старую модификацию, но обновленную, а именно Project Freedom апартаменты. По сути, обнова вышла недавно, это вторая версия, переработали подъезд, все текстуры. Давайте посмотрим, также это место обозначено на карте иконкой сохранения. Очень классные граффити, по-моему, раньше не было таких граффити, но я что-то не припомню никнейм автора. По-моему, наша квартира на третьем этаже, но также тут имеется выход на крышу. Я не помню, было ли это в первой версии, по-моему, это было в первой версии. И вот мы вошли в нашу квартиру, пожалуйста, есть компьютер. Вот такой, вау, классная камера новая. Есть компьютер, всякие принадлежности, документы, шикарный просто холодильник, еда. А хотя нет, это сигареты, но вот, пожалуйста, KFC, либо Burger King, McDonald's. Заходим, тут нас ждет наша девушка, посмотрите, но, конечно, как будто бы нас не замечает. Есть оружие, очень классная кровать, можем сохраниться тут. Просто подходим к кроватке, и CJ такой ложится, но я отдохну пока. Окей, и отменяем. Я не буду сохраняться, типа, кто хочет, welcome. Также тут есть очень красивый вид. Вот там машины проезжают. И, конечно же, ванная комната. То есть тут можно искупаться, можно справить нужду. Я бы на самом деле немного бы почистил туалет, потому что он грязноватый очень. Но в целом приятная раковина, классная сантехника. Но вот обои, конечно, как будто бы такие, знаете, советские обои. Я бы не сказал, что это Лос-Анджелес. Ну, не считая мебели и сантехники. Ну и, конечно, холодильников. Ну и техники. Кстати, Sony Bravia. Прикольно для своего времени. Давайте-ка мы отправимся. Конечно, квартирка небольшая, но в целом она сделана классно, красиво, со всеми мелочами. То есть там есть сигареты, еда, все, все эти объекты классно сделаны. Есть такая пасхалка, пожалуйста, если копы. И вот тот самый выход на крышу. Тут нас ждет байк, бронежилет, ну и, конечно же, снайперская винтовка. И вот такой вид открывается с этого красивого места. В принципе, можем упасть вниз по стандарту. Нормально, мы живы. И, в принципе, вот и все, друзья. Мод вышел совсем недавно. Автор решил его обновить. Я это очень приветствую, потому что моды такого плана очень классные. Я считаю, было бы здорово, если таких апартаментов было больше. Потому что, да, есть около пляжа Санта-Мария-Бич, но это нужно ставить их еще. Но все равно мало, друзья. Вот был бы какой-то целый такой пак комплексный. Добавление апартаментов. Есть похожий мод сейфхаусы, но там дома большие такие в скалах, либо просто пентхаусы, а тут чисто упор идет на апартаменты. Ну, в общем, думаю, поняли мою суть. Я бы хотел больше таких апартаментов по всему штату. Так что всем удачи, всем пока и до новых встреч. Адьос. Ну и, конечно, хочу сказать спасибо этому человеку за первую подписку на Патреоне. Спасибо, Илья, это не может не радовать. Если вы желаете поддержать канал, вы можете сделать это на Патреоне, став патроном канала. Ссылка будет в описании.